территориальное отделение государственного учреждения Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в городе Свердловске и Свердловском районе с целью повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан, ищущих работу, предоставляет услуги по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования. Данное направление работы является одним из важнейших, ведь в наше время нередко сталкиваешься с тем, что много лет назад ты выбрал не ту профессию или просто твоя специальность стала невостребованной на рынке труда. А профессиональное обучение граждан, ищущих работу, при содействии центра занятости, напротив, проводится по профессиям, специальностям, которые пользуются спросом на рынке труда, что расширяет возможности граждан в получении оплачиваемой работы и иного вида занятости. Профессиональное обучение организовывается на базе образовательных организаций, учреждений и других субъектов хозяйствования нашей республики. Форма обучения очная, целью социальной поддержки. В период профессионального обучения гражданам предоставляется материальная помощь из расчета 150 рублей за каждый день обучения, а также компенсируются затраты на проезд к месту обучения и в обратном направлении. При необходимости предоставляется место проживания в период обучения. Продолжительность обучения от 2 до 6 месяцев в зависимости от выбранной профессии. Гражданам, прошедшим обучение, выдается соответствующий документ государственного образца. За 10 месяцев 2021 года 38 человек воспользовались этой услугой Центра занятости. Данные граждане были направлены на обучение по востребованным профессиям нашего города и района, а именно оператор котельной, машинист-кочегар котельной, электрогазосварщик, повар, станочник широкого профиля, 1С бухгалтерия в бухгалтерском учете. Окончили обучение 37 человек. Один человек продолжает обучение. На сегодняшний день из числа прошедших уже обучение на постоянные рабочие места трудоустроено 32 человека. 4 человека находятся в процессе трудоустройства. Также одним из видов социальных услуг Центра занятости является организация стажировки на рабочем месте под заказ работодателя. Стажировка на рабочем месте – это процесс подготовки работника к самостоятельной работе, где стажирующийся приобретает практический опыт для выполнения задач на рабочем месте, а у руководителя предприятия появляется возможность присмотреться к потенциальному работнику. Статистика говорит о том, что найти работу с центром занятости всегда проще и быстрее. Если вы ищете работу или думаете о том, чтобы сменить вид деятельности, тогда вам лучше обратиться за помощью в территориальное отделение государственного учреждения Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в городе Свердловске и Свердловском районе по адресу город Свердловск, улица Жилова, 5.